Всем привет, дорогие друзья, с вами доктор Перч, и мы продолжаем говорить о, о, о вот эту тему, презентацию, я ввожу вас постепенно, постепенно, как бы, чтобы вы о, больше понимали, о чем вообще тут будет дальше идти речь, и вот, друзья мои, мне кажется, что вот в этом мире мошенническом вокруг нас, да, где эти постоянно что-то продают и продают, такой большой рынок, ничего больше здесь нет, да. Существуют люди, которые живут, жируют просто за мои деньги, это наука. И, конечно же, эти люди должны платить какую-то часть денег людям, которые делают промоушен, рассказывают бесконечные сказки про то, как у нас классная какая наука, и как вот-вот, вот-вот она сейчас нам поможет, вот сейчас дать ей еще чуть-чуть денег, а потом она точно всем поможет. И у нас не будет пенсионеров бедных, и у нас там не будет богатых вот этих академиков израна. Все станут радостные, прикольные, довольные, органики. Будем жить аж так долго, как там какой-нибудь Путин, понимаете? Это все чепуха, ребята. Миф о том, что наша медицина продвинутая чепуха, ребят мои. Мы все исследовательские диагностические методы, которые мы сейчас имеем, понимаете, самый новый из них это а, позитронная, вот это вот uh, PET, да, uh, PET-имиджинг, который был, создана была машина в 1974 году, когда еще существовал Советский Союз и Америка. С тех пор ни одной новой диагностической машины не создана и создаться не может. Потому что никто ничего не создает, ребята. Все просто разворовывают деньги под предлогом там найти базон, под предлогом там изучить каких-нибудь там червей, под предлогом там каких-нибудь изучать там за, какие запахи нравятся леопардам вы представляете наша наука сейчас понимаете видя как дети дохнут от малярии там на Филиппинах как мухи изучает какие же запахи нравятся леопардам какой же вы понимаете ребят смотрите рентген боже мой да вон Кюри облучилась совсем еще сколько там больше ста лет назад мы, мы, что это такое? МРТ, в 54 году был построена машина, понимаете, позитронная, то есть кетскен, тот же самый рентген. То есть что, что это такое вообще? Ультразвук, я уже не говорю, правда, там вообще ультразвук еще там. В начале века, как только радио появилось, уже все знали, что можно там получать эхолокацию, да, мы сейчас, в 2019 году, он на пороге он стучится, перч открой, мы не можем посмотреть вживую все, что мы можем. Мы можем положить человека на какой-нибудь красивый, дорогой стол и нарезать его так как колбаску, чик -чик -чик -чик, благодаря вот этим вот а, то ли а, значит, радиологии облучая человека, понимаешь? либо помещая его в огромный просто магнит. Вот, что там дальше, кстати, никто, никто не знает. Да. И потом берем эту колбаску, такие нарезанные э, слайды, слайды, и смотрим, о, нашли он в голове у человека какое-то пятно. Вот тогда будем там оттуда э, залезать и брать биопсию. Что-то такое. Ребята, мы не можем... Наши исследования сейчас не могут показать любые динамические процессы в нашем теле. Не могут показать. Все, точка. У нас единственный такой динамический процесс, который мы можем увидеть, это когда мы впрыскиваем а, радиологическое такой, ну, такой барий, безвредный для крови, в аорту и смотрим, как она достигает, к примеру, там, коронарных сосудов. И все, после этого там, у нас есть там, 20 секунд, а потом после этого эта, эта краска размешивается с кровью, и мы не можем дальше ничего видеть. Мы не можем увидеть процессы на живую. Мы не можем дать человеку, к примеру, там, знаю, творог и смотреть, как он рассасывается и куда он поступает, на какие там фракции и в какое не знаю, в какие органы он поступает в начале. Мы даже не можем глюкозу меченую посмотреть, ее метаболизм, вы понимаете? Мы не можем ничего en vivo сделать в наше, с нашими диагностическими приборами. Понимаете? Там протоновая диагностика уже лет, наверное, 10, лет 10 да я все жду, что ж там, шош там, там огромное количество денег тратит Англия сейчас на то, чтобы сделать какую-то про протонную диагностику, какой-то метод протонной диагностики. Никакого выхлопа, ребята, нет. Ничего. Вы понимаете? Наша наука сейчас мы вот в прошлом году, по-моему, я читал. Да, вам говорил о том, что Гарвард наконец-таки сделал там исследование какое-то огромное, как обычно и дорогое, чтобы сказать, что весьма возможно частота дыхания влияет на эмоции человека. Вы представляете, в 2017 году Гарвард... А, а что делать? У нас ведь нет э, прибора, который бы мог это сделать, потому что у нас есть прибор, который делает исследование мозга, называется МРТ, да, но легкий прибор МРТ не может никак считывать, да, а прибор, который есть, который считывает легкие компьютерные томографии, она ничего не видит в мозге, не видит никакой активности в мозге, понимаете? Там хоть мы какие-то функциональные исследования можем сделать при помощи МРТ, понимаете? Нет у нас прибора такого, ребят. Наша продвинутая медицина ⁇ миф. Чепуха после того, как распался Советский Союз и исчезла наша эмпатия, симпатия, переживание к остальным людям, то, что Кропоткин называл вообще э, целью, методом, движением нашей эволюции, цивилизации, когда мы, еще будучи там в каком угодно, в каменном веке, мы заботились о пожилых у себя, понимаешь, согревая их рядом с собой, укладывая их первыми у костра, больных людей людей. Понятно? Смотрите, что у нас происходит, что произошло после того, как разрушилась вот эта вот стена. Бандиты, которые просто обманывают тебя, бесконечные мошенники. Давным-давно нет уже никаких государств, есть огромные ашаны под названием там Россия, Украина, там Белоруссия, Америка. Все это чепуха, ребят мои наша продвинутая медицина чепуха. И, кстати, друзья мои, я хочу вот еще что сказать. Вот недавно я Ездил вот на, презент, на свою конференцию вот этих вот всех сумасшедших людей, которые там занимаются исследованием мозга при помощи МРТ, там и все такое прочее. Так вот, ребят мои, наш шеф показывал нам вот такую папку статей, которые сейчас начинают появляться в американских журналах научных, которые реально критикуют любые рентгенологические исследования, потому, и в том числе компьютерную томографию, потому что огромное сейчас количество данных, которые показывают о том, что это небезопасно просто для человека, потому что твоя первая компьютерная там, флюорография, которую тебе сделали в школе там, советской, она, конечно, видимо, там, спасла тебя от чего-то, но она до сих пор внутри тебя там сидит, понимаете, вот эти вот там... Все компьютерные томографии, которые ты проводишь, ребят мои, чем больше ты их делаешь, тем больше у тебя шанс того, что ты заболеешь раком. Вот и все. Ребят мои, давайте мы завтра поговорим чуть-чуть о том, что нам оставили древние цивилизации, как нам на все это вообще там смотреть куда копать, где нам пытаться найти объяснение и где нам что-то пытаться вообще понять. Потому что в современном мире, вот сейчас, в мире страшных 400 лет, а, вот этого, материализ... темных веков, материализма, когда у нас вокруг нас тут жрецы, понимаете, и мошенники, что нам делать? Как нам смотреть на... Оставленные какие-то знания или там мегалитические структуры древних цивилизаций, и как нам к ним относиться, мы поговорим об этом завтра, харион, дорогие друзья мои, просыпаемся. У нас впереди ждет удивительный мир мир анатомии и физиологии человека, на который мы будем смотреть через призму ведических книг, потому что они и говорят. А тебе, а не каких-то там бесконечных темных там, энергий, которые летят где-то там в пространстве, летят, и они потом там все встретятся, а потом рентгенологи красная рентгенологическая.